Черная дымовая туча накрыла сегодня в полдень Черногорск. Было видно даже жителям соседних населенных пунктов республики. Выяснилось, что все не настолько масштабно, как казалось издалека. Горела только территория из кожи, а черный и едкий по запаху дым валил от горящих автомобильных шин. Причина пламени – пал травы, который ветром донесло до степи прямо к предприятию. От травы вспыхнули колеса, что лежали на территории промзоны. А сильный ветер способствовал, чтобы пламя разгорелось сильнее. Следом стали гореть и деревья. Пламя потушили черногорские пожарные. За этот год спасателям Хакасии пришлось выезжать на травяные пожары 180 раз.